Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, Brawl Stars. Что-то я начал в последнее время много залипать, играть. Ну, есть интересные темы, цели. Поехали. Сегодня у нас добавили героиня Биби. Нифига себе, вот так вот теперь выглядит скин. Особая модель бойца, особые эффекты, особую анимацию. В общем, поехали. Поехали, используем. Героиня Биби, вот так вот она выглядит, такой вот скин. Не знаю, поехали посмотрим, что будет в теле. Так. Где там моя Бибиха? Посмотрим сейчас на скин. На анимашку. Так, у нас события поменялись, подобавлялись. Давайте вагонетка. Ну, она здесь, конечно, не очень. Здесь, кстати, сейчас очень кайфово, походу, будет мистер Ампи играть. Ну, нам интересно посмотреть, что же в итоге представляет себя скин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как хорошо все начиналось. Блин, ну прикольненько, конечно. Не знаю, мне нравятся их скины. Уходи оттуда, ну чё ж ты стоишь, ну блин, пипец. Вот встал и стоит, какого фига ты стоишь? Красиво, красиво, конечно, бьет. Но походу тут у нас как обычно слив. Давай, 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 добивай его. Не, ну это писец, ну как так? Он и шел. Ой, красава. Вот это реально красава. Будем вас, ребятушки, немножко гонять сейчас. Ну прикольненько, не знаю, мне скины здесь нравятся, хоть они получаются у нас донатные. Вот так вот ножичек закинул. Блин, ну прикольно, не знаю, скин мне реально нравится. Пойдет, вот реально, вот получаешь кайф. Хоть оно и донатные, там некоторые, да, донат там еще должны быть. Но от этих скинов получаешь кайф. Вот они изменяют анимацию, не знаю, там звук, но звук я здесь не могу передать вам. Потому что не передается что-то с планшета, но с телефона передается. Но опять я что-то там нахимичил. В общем, не столь важно. Иди сюда, друг. Чуть-чуть не хватило. Так, один аж третий, кто там у нас. Да ладно. Капец. Я в шоке. Жесть. С бегом, блин, не могу я быстрее все равно бегать. Я
Давай, давай, не беги туда. Ну чё вы бежите к нему? Писец какой-то. Ну, в общем, это слив. Понятно все. Это рандомчик, ребята. Вот, вот чем я люблю. Как бы я тут не бегал, я все равно нифига не сделаю соло. Но это кайфовая тема. Бибишка тащит. Давайте попробуем какие-то другие режимы, потому что... Я сливаю кубки, я не знаю, я получаю кайф именно от процесса игры, от самой игры. Не от того, что там победил, выиграл. Конечно, побеждать это круто, но здесь именно кайф. Нифига себе, новая какая-то карта, прикольненько. А как вам такое? Это и зря, конечно, я побежал. Надо было оставаться, но ничего. Блин, и анимашка самого шарика тоже поменялась, прикольненько. Блин, круто, не знаю, мне нравится вот скин, реально. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу нового скина, но это реально кайф. Смотрите, что он творит. Как вам батька раздает? Нормальная тема. Блин, кайфовый скин. Вот реально, я хочу еще новые посмотреть. Реально классная тема. Вот так вот. Всем до свидания, всем на выход, говорит новый скин. Так, где-то мы еще не сыграли, поехали посмотрим. Бравл Бол, ну поехали, Бравл Бол, там сольемся. Я Бравл Бол вообще не люблю. Ай-яй-яй-яй. Это нам уже слив. И по всему первый гол есть. Как он такое? Что это, блин? Да, блин, да надо было бежать вперед. Ну чё ж ты стоял, да? Давай, 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 мячик.
давай сюда. Ну, писец, ну это вообще жесть. Я в шоке. Да блин, ну дай же пас, ну пипец какой-то. Ну бей, ну чё ж ты стоишь? Ну это писец. Я в шоке. Еле затащили, короче, не знаю. Реально кайфовая тема тоже, веселая, можно пофаниться, но надо играть с друзьями, с определенными тем, потому что это, ну это жесть. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.